Хей, окей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Streets of Rage 2. О, как мы видим, дальше впереди нас, если мы туда пойдем, у нас Sega студия. Какого черта? Заметьте, что эти тоже получили. Мартины. Дудасбол. Карся. Заметьте, что мы быстрее атакуем дубинками. Не-не-не-не, парень, сорян. У меня дубинка. Хунь. Сорян. Ты использовать свою суператаку не сможешь. Да я тебе не позволю. Так, это у нас походу... А, это боулинг. Сразу видно... Любители боулинга. А, он сам атакует, мне даже не нужно нажимать атаковать. Вон оно что. Они своими подкатами меня бесят. Стоп, это точно боулинг? Теперь это быстрее похоже на футбольное поле. Они заставляют мне нож, да, взять? А, нет. Мне бы хпшку. Может, все-таки хпшку? Ну, мне деньги, мне хп надо. А, странно, у меня сейчас только 8 контишек. А тогда у меня уже было 8 контишек, когда я дошел до пляжа. Ну, когда я вышел от того босса. Тогда, скорее всего, из-за количества хп у меня было больше. Мне из-за нее пропала труба. Труба. Ха-ха-ха.
Прикольно, теперь я без трубы. О, это питчер. Тогда это даже не футбол, а... как он называется? Я не помню. Да ладно. О, я думал, он дышать огнем не может. Я ошибался. Только я не знаю, почему его зовут Биг Бен. Да ладно, нихера себе тут лифтик. Это насколько босс этот злодей? А вот это уже плохо, ребят, потому что я не знаю, не знаю. Тактики, тактики против этих врагов. Потому что тут по-любому сейчас будут и ножиками метатели эти. Понятно, что лучше забиться в угол и в углу сидеть. Это опасное место. Ай, прикольно. Так, мы приехали, да? Это бейсбол. О, это ринг уже. А на этом сзади качки. В натуре, смотрите, это ж рестлер. А здесь я уж не буду успевать. Или буду. Как вы видите, у меня очень мощный чел. Типа, довольно сильный рестлер у нас. А как его там никнейм был? Мамасуки, да, кажется? Мамасуки. Мамасуки, сорян, мы, короче, себя выиграли, поэтому... Как-то так... Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.